Подготовка к грандиозному событию длилась на протяжении нескольких месяцев. Зрители станут свидетелями по-настоящему яркого и необычного шоу. В этом году организаторы решили переместить место действия из СК Олимпийский в Мегаспорт. Выбор пал на эту площадку из-за дополнительных возможностей, которые она открывает. Сцена будет рассыпаться на части, превращаться в воду, она будет у нас гореть. У нас будут намера, где к нам прямо на площадку в Мегаспорт будет приземляться самолет на сцену, из которого будут выходить артисты. Вот Мадонна выступала недавно, у нее многих было таких фишек. «У нас будет круче», заявил генеральный директор Муз-ТВ Армен Давлетяров. Ведущими 17-краткой церемонии впервые стали сразу 5 человек: Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил Галустин и Ксения Собчак. Они первыми появились на ковровой дорожке, приветствуя гостей мероприятия. В качестве гостя выступит артист из Казахстана Димаш Кудайбергенов. 25-летний исполнитель известен сильным вокалом. Он может петь почти во всех регистрах от баса до сопрано. Молодой человек даже получил премию в Китае как самый лучший певец Азии. Музыкант появился на ковровой дорожке в сером костюме с вышитым на нем скрипичным ключом. Димаш Кудайбергенов стал приглашенной звездой церемонии фото. С Аглара Тихонова сегодня на сцену выйдут также популярные звезды российского шоу-бизнеса. Свои намера представит Филипп Киркоров, группа «Ленинград», Егор Крид, Дима Билан, Сергей Лазарев, ЛДЖ, Зиверт, Мэров, Хамэ Алием, Наваи, Сайгоу, Раса, Литл Биг и многие другие. К слову, к красной дорожке звезды готовились с особым волнением. Ведь образ – новая возможность заявить о себе и побороться за звание самой стильной знаменитости. В легком розовом платье на церемонию пришла Виктория Дайнеко, которую зрители видят на премии каждый год. Виктория Дайнеко одной из первых вышла на красную ковровую дорожку фото. С Аглара Тихонова многие звезды предпочли выбрать для церемонии наряд черного цвета. Так, в коротких темных платьях на дорожку вышли Сати Казанова и Ольга Серябкина. «Поем ли мы хором? Ветер с моря дул, муж часто поет, он уже очень хорошо знает русский, кстати. Учит мои песни тоже», рассказала Сати о супруге. Сати Казанова приветствовала поклонников, проходя мимо зрителей фото. С Аглара Тихонова появление Серябкиной вызвало бурные аплодисменты публики. «Надеюсь, мы не ослепнем от увиденного великолепия», отметила на открытии мероприятия Ксения Собчак. Ольга Серябкина пришла на премию в черном платье фото. С Аглара Тихонова, а вот спутница Мити Фомина надела длинные светлые платья, развивающиеся на ветру. Ведущим певец рассказал, что с ним известная модель Ксения Недодаева. «Вы что, не знаете ее? Это мисс Великая Россия», между прочим, пояснил Фомин. Митя Фомин представил ведущим спутницу фото. С Аглара Тихонова особенно волнительным появление на мероприятии оказалось для нового состава коллектива «Сэйр Броу». Солистки признались, что никогда раньше так не переживали за свой внешний вид. Вокалистки предпочли одеться в черные. Как и многие звезды, сегодня «Сэйр Броу» долго выбирали наряды для премии фото. С Аглара Тихонова 5 Star Family прокомментировали смену состава коллектива, произошедшую у них несколько раз. «Ну, сейчас мы вернулись на круги своя, что нас очень радует», поделились певцы. Их солистка выбрала на выход серебристые платья, а другие музыканты облачились в черные. 5 Star Family рады воссоединению коллектива фото. С Аглара Тихонова на красной ковровой дорожке не обошлось и без откровений. Александр Панайотов поделился на премии радостной новостью. «Моя жена спустя 2 года поучаствовала в моем клипе, и мы решили развинтить эту интригу. Да, я женат», признался артист. Александр Панайотов признался, что женат. Фото. С Аглара Тихонова, разумеется, известная икона стиля Маша Малиновская стала одной из знаменитостей, которая очень долго выбирала наряд. Она остановилась на необычном боди с широкими рукавами.
Конечно, долго выбирала, в сети голосовали за эту красоту, поделилась Малиновская. Маша Малиновская удивила поклонников оригинальным нарядом. Фото с Аглара Тихонова. Однако не все звезды пришли на церемонию в этом году. Так Тимати отказался от посещения мероприятия из-за конфликта, случившегося у него в 2018-м с организаторами. Тогда ведущая Ксения Собчак оскорбила невесту рэпера Анастасию Решетову со сцены. «Смотрю на такую женщину, думаю, господи, бедная Симона Яковлевна, что же она должна чувствовать? Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить». «Ужас», — сказала Собчак. В ответ на высказывание певец разругался с Арманом Давлетяровым после мероприятия. Видимо, поэтому сейчас Тимати отказался от борьбы за заветную тарелку. Класс пост 638 569 подписчиков.